сегодняшнего государства огромное количество дефектов, оно несовершенно. Одним из несовершенств сегодняшнего государства является отсутствие государственной идеологии. Государство голое. В мире происходят колоссальные идеологические схватки. И в этих схватках у России нет места. И в этих схватках Россия проигрывает каждый раз. И Изборский клуб соединился для того, чтобы выработать эту идеологию. То есть мы оружие. Мы не просто клубные персоны, которые собираются для того, чтобы приятно провести время. Мы оружейники. Мы создаем идеологическое оружие современной России. И создавая это оружие на стапелях, интеллектуальных стапелях, мы сразу же пускаем его в бой, сразу же пускаем его в сражение. И способ создания этого оружия – это написание докладов, написание концептуальных построений.